Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Microsoft Surface Pro 8. И сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем браузер. Здесь мы что делаем? Мы нажимаем на три точечки в правом верхнем углу и выбираем журнал. Нажимаем также на три точечки на данной вкладке, которая вылезла, и нажимаем «Удалить данные о просмотре веб-страниц». Здесь мы выбираем диапазон времени. Это может быть за последний час, за последние 24 часа, 7 дней, 4 недели или все время. Вот. И далее выбираем, что именно мы хотим очистить. Журнал браузера, журнал скачиваний, файлы, куки и так далее, и так далее. И нажимаем «Удалить сейчас». И таким образом мы удаляем историю браузера. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.